Каменске-Уральском автоледи сбила 5-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Октябрьской. Девочка пересекала проезжую часть на самокате. В этот момент на нее наехала «Лада Калина». Ребенок получил травмы. Водитель рассказала, что ехала со скоростью около 20 км в час. Внезапно на дорогу выехал ребенок на самокате. Женщина применила экстренное торможение, но наезда, к сожалению, избежать не удалось. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются. В частности, почему 5-летний ребенок находился в вечернее время на проезжей части без сопровождения взрослых. Материал передали в инспекцию по делам несовершеннолетних, где будет проведена проверка.